А спонсор данного видеоролика CSGOHappy.ru. Уникальный сервис, где вы можете испытать свою удачу при покупке оружия CSGO. Это один из самых старых и проверенных сайтов с рандомным дропом вещей. Множество положительных отзывов и качественный дроп. Ссылочка в описании. Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами, как всегда, я, мистер Азазин Крит, и это очередная порция тестиков в контактлях. Собственно, первый тестик мне прислал Костя Мавроди, спасибо большое, звучит очень интересно, я попробую, насколько хорошо ты играешь в доту. Начать тест. Сколько героев в доте? Господи, да кого вообще это ебет? Можно подумать, если я выучу всех героев, я стану охуенным игроком. Собственно, выберу свой вариантик. Мой вопрос. Все, блядь, мой вопрос. 1500, 501 тысяча, что это? А, это, наверное, ММР. Хорошо, 4000 и более. В принципе, одного этого вопроса хватит, чтобы определить, насколько я хорошо играю в доту. Ну хорошо, хорошо. Нахуй ваш скилл, блять, считайте героев. Что делать, если Эмбера ботл? Я считаю так. Дота игра командная. Союзников нельзя подводить. Ну если тебе что-то не устраивает, я бы на твоем месте просто ливнул нахуй. Так что ливнуть, да, конечно. Каким саппортом лучше всего идти в кэрри? Висп, Шейкер, Леон, Огрмак. Ах ты сукин сын. Конечно, Шейкер. Все помнят медовых шейкеров на завтрак, ёп. Блин, не знаю, почему-то не очень смешно с этой пикчи. Такой красивый парень смотрит на меня, спрашивает ваша фамилия. Корнев, 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 Чешля, блядь. Чешля. Звучит, будто какой-то средневековый вид обуви. Ну хорошо, пускай будет Чешля. Поздравляю, вы Глеб. Охуенно. Замечательно, тест, спасибо большое тебе. Костя Мавроди, теперь я Глеб, и это замечательно. Следующий тест был от Владимира Щербакова. Кстати, мне очень нравится, ты актив или пассив? Мне не всегда удается разобрать в своих беспрерывных половых связях, поэтому решил получить некую определенность. Начать... Блять, лол. Начать тест. Здорово. Это же папа Фрэм. Конечно, встал. Вилку в глаз, аль в жопу раз. Вилку в глаз, в жопу раз. Ты ебанутый. Ты, блядь, ебанутый, что ли? Господи, стандартная такая проверка на пидора. Любой нормально уважающий себя человек выберет в жопу раз. У тебя встал? Да, нет. Встал, встал, еба. Ножик. Похоронный. Какого возраста тебе нравится парни? 18-35 от 35. Что? Я предпочитаю парней помоложе. Вообще лет 15, но пускай будет так. И последнее. Ты любишь есть говно? Да, я люблю. Я этого не стыжусь. Уважайте мой выбор и меня, пожалуйста. Ты петух. Тебе похуй, ебешь ли ты мужика, либо он тебя. Самый надежный друг. Это замечательный тест. Он очень прекрасный. Мне он очень понравился. Какая ты будешь в 14 лет? Собственно, я помню себя в 14 лет. Да, это мой снимок. Я знаю, я держу флаг. Меня попросили, я чувствовал себя очень ответственным человеком. Так что начать тестик. Сколько тебе лет? 5-10, 10-15, 15-20. Цвет твоих глаз. Только честно, ебать. А то ж кому-то так хочется тут соврать. Вот он заходит, думает, блять, хочу знать, какой я буду в 14 лет. Надо срочно выдумать новый цвет глаз. Хорошо, у меня карие глаза. Только потому что честно. Как ты считаешь, ты красивая? Да, очень, я лучше всех, я уродка, я нормальная. Я считаю себя вполне дефолтным пацаненком, который любит заниматься сексом с другими парнями, так что я думаю, я нормальный. Конечно, я нормальный. Тебе предлагали встречаться или у тебя есть парень? Поскольку я очень популярная личность на ютубе, меня смотрят очень много человек. Можно сделать вывод, что я нахуй никому не упал, и никто мне даже не предлагал. Если бы у тебя был выбор, выделить глаза или губы, что бы ты выбрала? Так, 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 ага, глаза получилось. И теперь губы. Заебись. Ну, собственно, как видели, я могу выделить и то, и другое, так что ничего. Какого цвета? Блондинка, брюнетка, штанка, рыжая, разноцветные волосы. Собственно, учитывая, что я выхожу на улицу примерно раз в год и просыпаюсь где-то к часам 5, мой организм давно-давно перестал получать витамин D, который добывается из солнца. Добывается, блядь, потому что рудники какие-то, ладно. Так что без этого витамина D мои волосы стали настолько черные, что в школе меня называли угольком. Видите, какие черные волосы, ёпта. Я всегда знал, что из-за них я и выделяюсь. Эти черные волосы палили меня. Ты очень красивый, но сейчас у тебя сложный период и фобии сейчас совсем не кстати. Блядь, чего? Причем здесь фобии? Да вообще покажите мне хоть одного человека, которому фобии пошли на пользу. Это же пиздец. Ой, спасибо большое. О, да, в связи последних событий это, наверное, будет самый удачный тест. Я очень надеюсь, что я Нес или Джо там. Пожалуйста, я знаю, что эти ребята обожают мой контент. Какое отношение к Азазин Криту? На самом деле, я тоже противник этого большой, потому что, во-первых, этот Азазин Крит делает низкосортный контент. Так что, в принципе, ребятки, я думаю, было бы неплохо вам отписаться с моего канала и подписаться на какого-нибудь Неса или Virtus Pro. Я очень надеюсь, когда-нибудь Джо там, да, он зайдет YouTube канал. Все к нему, ребят. Нахуй с моего канала. Там смешной, нормальный, неаморальный контент. Ребята, дело знают. Я хуипина. С кем ты себя ассоциируешь? Игральные карты, красивый парень, работяга, хороший игрок, 4. Блять, ну я 4 так-то, алло. За какую команду ты болеешь? Нет зверей сильнее на свете, Virtus Pro идет к победе. Самым смешным я считаю, когда кто-то лажает, пародии, сложные приколы, шутки про пол... Про письки и попки, блять. Конечно, это смешно, нахуй. Мне хоть 30 будет, я буду с вас ссаться. Если была бы возможность стать кем угодно, я бы стал лучшим капитаном в мире, миллионером, игроком на интернешнл или принцессой. Принцессой. Я хочу платье, блять, карету, нахуй, замок. Всяким сучкам можно носить туфли, а если я одеваю, мне говорят, что я ебаный трап, но я просто хочу свой замок. Во время матчей, которые нужно анализировать, я пойду за мороженым, буду стримить в Periscope, буду следить за игрой, буду играть в Hearthstone. Скорее всего, пойду за мороженым. Как вы уже догадались, я не лучший аналитик, но я хорошо хаваю мороженое, это мой талант.
После турнира на автопати я уйду пораньше, чтобы лечь спать, напьюсь, а утром выложу фотки в Инстаграм, посчитаю деньги со ставок, не пойду на автопати. Чтобы пойти на автопати, нужно выйти из квартиры. Подобными безумствами я даже не занимаюсь. Господи, спасибо большое. Ты Егор Джотам Сурков, любимчик публики. Работяги всегда слушают тебя и готовы выполнить все твои приказы. Отлично, отлично, мне нравится, я даже сохраню этот результат. И, собственно, самый последний тест. Можешь ли ты быть ютубером? Я просто никак не могу собраться, чтобы начать делать какие-нибудь ролики для ютуба. Вот мне нужен этот тест, и я сейчас проверю свои знания. Какие нахуй знания? Что я несу, блять? Итак, начнем. Сколько тебе лет? И запомни, отвечай всегда честно. Блять, да ну нет, нахуй. Я очень хочу попиздеть в тестах, очень, блять. 16-24. Какой у тебя голос? Писклявый, грубый, красивый? У меня самый сексуальный голос на ютубе. Имеешь ли ты такой микрофон или что-то похожее? Да, только мой микрофон намного, блять, хуже. Этот Perception 120 USB. Никогда не берите это дерьмо. Я, блядь, больше звук обрабатываю, чем сами ролики. Ты будешь снимать с камерой свои видео? Да, нет, возможно, иногда. Конечно, нет, я же не идиот. Я вообще считаю, что палить свое ебало на ютубе — это настолько же тупо, насколько просто делать ролики для ютуба. Так что перейдем в следующий шаг. Итак, начнем с технической части. У тебя мощный ПК, персональный Спасибо, что пояснили. Я бы не понял без этих скобочек. Да, нормально. Дальше, ты знаешь, какие размеры нужны для шапки, оформления канала? И владеешь ли ты навыками фотошопа? Блять, да у меня даже срать вниз головой в сортире более надроченный навык, чем, блять, фотошоп, так что... Нет. Ну а теперь скажи честно, ты будешь снимать ролики ради денег, веселья и удовольствия, чтобы показать остальным свое творчество? Да идите вы нахуй, просто миллионы рубить. Последний вопрос, ты хочешь стать ютубером? Ведь тебе придется общаться со своими подписчиками, уделять много времени каналу и т.д. Не в моем случае, я могу на 2 месяца забросить канал и потом выпустить ролик, его столько же посмотрят. Ну, пожалуйста, не отписывайтесь, я вас прошу. Ну не надо, не отписывайтесь от моего канала. Да, я уверен, и я готов. Чё ты ждешь? Иди снимай, ютубер. Охуительный тест, спасибо большое. Ты раскрыл мне глаза на многие вещи. Ну что ж, мои сладенькие подписчики, с вами, как всегда, был я, мистер Азазин Крит. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, если хотите, или у вас есть какие-то проблемы с головным мозгом, возможно, вы микроцефал. В таком случае вам нужно подписаться 100%. Всего доброго. Отписывайтесь от него.